Всем привет! С вами Информ ТВ. Олег Шкловский, советский российский актер, которого вы знаете по фильмам «Здравствуйте, я ваша тетя», «Зимний вечер в Гаграх». А сегодня он нередко появляется в телесериалах, например, «Джокер», «Синдром шахматиста» и «Практика». Олег является примером хорошего семьянина. За всю жизнь актер был женат лишь один раз и до сих пор живет в этом счастливом браке. Единственная жена, Галина, тоже окончила школу-студию МХАТ, позднее играла в театре и снималась в кино. Например, вы ее знаете по роли зенитчицы в военной драме «А зори здесь тихие». Но после рождения детей женщина сосредоточилась на семье. Сегодня у супругов есть собственный небольшой детский театр, для которого они сами пишут сказочные пьесы, а Галина еще и выступает в роли режиссера, художника и актрисы. У Шкловских трое детей. Старшая дочь Мария с успехом закончила Московский университет, а также легендарный французский вуз Сорбонну. Она изучила 6 иностранных языков и стала профессиональным лингвистом. Второй ребенок, сын Михаил, стал артистом. Он играет в театре и снялся в более чем 20 кинофильмах. Иногда даже появлялся в кадре вместе с отцом. Самый младший сын, Даниил, пока особого интереса к киноискусству не проявляет. Сегодня актер продолжает сниматься и работать в своем детском театре. А вы помните этого замечательного советского и российского актера? Какая роль у вас самая любимая? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!